Пошло дело. Звук есть? Что? Раз, раз. Опишитесь, слышно ли хорошо, есть ли звук? Привет. Есть, есть, все. Ну, я говорю, мой косяк, как обычно. Ну, ясно, да. Мы же не звукорежиссеры. На все кнопки. Да, у нас тут скайп. Скайпы не проработали. То скайп не включается, теперь этот. Тут, короче, провокации какие-то против нас, какие-то диверсии. Трамп во всем виноват. 100%. Все, сначала начинай. Я не буду уже рассказывать ничего. Да. Ну, были немножко небольшие проблемы со звуком. Ну, всем привет. Как бы сегодня тема у нас кейворды. Вот, и такой замечательный сервис, как Helium 10. Вот, это его основатель Мэнни Клодс. Вот он очень много времени уделяет кейвордам, вообще оптимизации листинга. Ну, вот, мне интересно этим всем заниматься. Вот, и как бы я для себя сервис это открыл и хотел показать не просто сервис, а как бы еще и работу с кейвордами, то есть каким образом мы работаем, как мы их находим, как оптимизируем. Вот. Ну, вариантов много, скажем так, каким образом мы можем находить ключи. Вот. Ну, для начала возьмем, найдем какой-нибудь товар, любой там, в принципе. Есть такой лайфхак, как искать бестселлеры. То есть, например, мы там заходим в какую-то категорию, к примеру, там, Home and Garden, например, да, там, выбираем там какую-то категорию. Вбиваем две скобочки любой категории, подкатегории. Скобочку открываем, скобочку закрываем. И нажимаем вот. И нам находятся бестселлеры в этой категории. Много-много в разных подкатегориях. Ну, вот, видите, бестселлеры. Вот, сейчас зима, щетки для машин. То есть, ну, найдем какой-нибудь товар, который нам понравится. И на основе его будем искать наши кейворды. Денис, вот предлагай как-нибудь, что тебе понравится, что тебе душа лежит. Ну, точно не такие вот. Ну, вот, светильники, вот, их любит народ. Стоп, да, давай. Светильники. Ну, давай светильники. Палочки, хорошо, конечно, да. Забудите. Складные, да, по-моему, они? Ну, они, да, они, которые двигаются вовнутрь. Мне такие не нравятся, ну, там есть другие форматы. Но это кемпинг-лэмп. Ну, да, есть они там еще такие гибкие, такие мягкие, я видел, еще там как-то с силиконовой оболочкой. Ну, допустим, вот LED кемпинг у нас, наверное, будет как... Outdoor LED кемпинг, наверное, да? Скорее всего, будет у нас основной ключ. Outdoor LED или LED кемпинг. Ну вот, допустим, вот это у нас будет ключ. Outdoor LED кемпинг. А я думаю, нет. К примеру, его. А я думаю, кемпинг Lantern. Кемпинг Lantern? Да, думаю. Ну да, 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 Lantern это будет светильник. Да, именно кемпинг Lantern. Ну да, да. А LED это именно что уже уточнение, что он именно светодиодный, а outdoor это именно да, что он уличный. Наружный, для наружного использования. Но у меня да, товарищ как раз сперся из-за того, что он не LED взял, именно такой же, но внутри не LED. Я понял. AMOLED, как Samsung. Ну не знаю, там какой-то. OLED, OLED на квантовых точках. Берем, к примеру, там, берем... А ты что, сонар-то взял специально? А? Решил с сонаром еще удивить? Вроде Helium 10 и сонар тогда надо было написать. Нет, это просто для того, чтобы кейворды найти хоть какие-нибудь. Ну вот, мы нашли кучу кейвордов, да? Ты даже про сонар тогда тоже расскажи вкратце. Я хотел его отложить, а тут раз уж все в одном давай. Не, ну это один из сервисов просто по генерации ключей. Разница не принципиальна, там, мерчантом можно, сонаром, не суть важна. Давайте пока, ну, на нем зацикливаться не будем, я оставим его напоследок, а попозже, я думаю. Я просто хотел показать, что, ну, неважно, каким способом мы ищем ключи, да, вот мы нашли ключи. Тут, кстати, вот лишний показывает, там, собака в бесплатной версии. Ну, допустим, вот возьмем ключи. Я не хотел там подключать этот сервис. Блин, как отключать или скопировать? Не скачать, да, наверное? Я ни разу не скачивал, честно тебе могу сказать. Я им пользовался, именно внешне посмотреть. А раньше
Раньше он сразу скачивался. Вот. А ну вот, скачался. Так, вот наши ключи скачались. Так, Вот берем ключи наши, так. Ну, допустим, создадим. Так, так и оставляем пока. Допустим, дальше берем MZ1, наш любимый, к примеру. Сгенерируем здесь ключи какие-то. Мы как бы не знаем, какие ключи, мы вот еще только серчим, ищем. Вот куча ключей. Кемпинг Лантерн, 680 тысяч запросов. Допустим, мы их тоже скачаем. Так, вот еще у нас подборочка ключей появилась. Ну, можно пойти, скажем так, простым путем. Берем, вводим и ищем, что нам подсказывает Amazon. Да, ну, тоже берем, например, выписываем, заполняем, там, берем такой ключ, выписываем то, что он нам какие предлагает варианты, заполняем, там, берем, например, как он там пишется. Так, вообще возьмем. Ну вот, там много-много разных ключей берем. Ну, как вариант, там, скорее всего, что они уже сгенерированы. То есть, ну, наша задача, как бы, насобирать максимальное количество различных ключей. Потом мы взяли, там, например, повыкидывали какие-то нерелевантные, и у нас собрался определенный там массив. То есть, вот у нас есть ключи, да, берем вот эти ключи, к примеру. Вот, их тут очень много, 886 ключей. Так, создадим новый файл. Где мы будем собирать ключи? Так, это у нас будет сонар. Назовем его, да? Сонар. Так. Что у нас еще? Так. MZ1 у нас еще открыли, да, ключи. Вот. MZ1 ключи у нас выгрузились. Вот, так. Вот, кстати, показательно будет за MZ1. Так, берем ключи эти. Так, и вставляем их в наш файлик. Так, вот у нас ключи, которые мы сгенерировали через AMZ1. Ну, то, правда, они криво открылись. Их надо было подгрузить, наверное, через данные. Данные. Из текста. Загрузки. Импорт. Далее. Запятая разделитель. Далее. Точка. У нас будет разделитель дробной части. Окей, готово. Все, огонь. Вот, отделили мы. Не нужны лишний шлаг в виде запятых и цифр. Вот, которые нам, в принципе, не нужны были. Вот, у нас сформировался массив. Тут назовем его AMZ1. У нас этих массивов может быть много. Вы его там, например, спарсили ключи через Keyword Inspector у конкурента, у вас появился еще какой-то массив ключей. У вас много-много разных всяких разных ключей появилось, но вы не знаете, что с ними делать, как их запихнуть. Ну, к примеру, там вы взяли, отфильтровали, у которых малое количество запросов, вы решили их не брать. К примеру, там 10 запросов в месяц, ну, неинтересно совсем, да, там даже 100 запросов, например, убрали. 500 запросов, ладно, пускай будут, к примеру. Взяли какие-нибудь там, выкинули те, которые нерелевантные. Ну, допустим, вот какой-то тут.
Я сейчас условно удаляю, да, то есть вы знаете свой товар, соответственно, вы смотрите, какие, ну, вообще, как бы, нерелевантны, ну, rechargeable, например, перезаряжаемый. Если у вас продукт, например, не перезаряжаемый, ну, можно, конечно, добавить эти ключи, но когда будут покупатели находить ваш товар, видят, что он не перезаряжаемый, ну, возможно, конверсия будет падать, они просто не будут покупать, потому что нашли не то, что интересно. Ну, допустим, у нас не перезаряжаемый, мы его удалим, например, да. Я потом покажу еще, как можно фильтровать. Ну, к примеру, вот сформировался какой-то массив там уже, да, более-менее, 59 там ключевых фраз. Здесь берем тоже наши вот эти запросы, к примеру. Ну, тут без указания количества запросов тоже, например, ну, это тщательно, скажем так, выбираю ключи. Не вот так их много было, возьмем. Ну, оставим там первых 200. Потому что, ну, по-хорошему это надо просмотреть, вообще какие ключи левые, какие все нерелевантные. Вот, опять же, можно повыкидывать какие-то бренды оттуда, какие-то атрибуты, которые не соответствуют вашему товару. Ну, допустим, просто чтобы у нас очень долгое время не занимало, я тут немножко брал ключей, хотя, может быть, там есть и хорошие. То есть это все такое... Пример у нас идет. Дальше. Мы переходим к нашему замечательному Helium. Здесь тоже есть такая функция, как магнит, которая именно осуществляет Keyword Research. Она платная, то есть она стоит кредита. Потом попозже расскажу, как можно заработать бесплатных кредитов на Helium. Но вообще, как бы, то есть это можно их покупать и как бы и пользоваться. Но по большому счету этот магнит, либо Sonar используется, либо еще какие-то там Merchant Word. То есть, по сути, это они очень похожи. Они все по одному принципу генерируют эти ключи. Вот. Нас интересуют вот эти функции. Такая есть Frankenstein. О, кстати, у меня 5K чекер. У меня уже добавили, мне сделали бесконечное количество использований. Денис, я не знаю, это акция может какая-то. 5K чекер бесплатный, что ли, стал? Не знаю, зайдем потом посмотрим. Я просто интересно. Могу экран трогать посмотришь, вообще. Посмотришь у себя, интересно. Да. Ну, раньше он был платный, а теперь я смотрю, у меня бесконечное количество использований. То есть, а ты ссылку где-нибудь раскидывал? Не знаю, я давно как бы не пользовался. Ну, я тоже вот 100 лет туда не заходил. Я месяц 3 назад быть, последний раз может... анализ сделал, и все. Ну, допустим, берем Франкенштейн наш, замечательный, запускаем. Вот. Это сервис, который нам помогает из той кучи ключевых запросов, которые мы собрали из разных источников, сделать маленькую кучку оптимизированную, которую мы потом будем стараться запихнуть в наши кейворды. Впихнуть невпихуемые, как говорится. То есть берем наши кейворды, вот наш файлик, этим позакрываем, лишние файлики, они нам глаза не мозолили. Так, берем ключи, независимо от того, в строчку они написаны, в столбик, неважно как, Helium все съест. Закинули. Так, тут куча левых пробелов вставил. Так, вот мы закинули один массив. Берем, закидываем второй массив. Копируем и вставляем. Допускаю, что здесь будет очень много повторений. Итого мы смотрим. У нас всего символов 7152 символа. Это много. То есть, как бы, ну, никак не впихнем. Даже в те допустимые 5000, которые Amazon разрешает, мы не впихнем. У нас 7000. Всего слов у нас, индивидуальных слов, 1021 слово. Тоже, как бы, много достаточно. Теперь нам из этого всего надо слепить на выходе, чтобы все было красиво и минимум повторений у нас. Здесь мы выдаем выходные данные. То есть, каким образом мы хотим получить наш на выходе массив. Здесь добавить только пробелы. То есть, мы просто возьмем вот эти все слова, перегоним их сюда и просто к ним добавим пробелы. Это все, без исключения, вот эти вот 1021 слово мы сюда перегоним. Здесь мы делаем, чтобы он оставил фразы и разместил их в линию. То
То есть у нас на выходе получится, он фразы не будет разбивать. То есть он будет вот Solar Lantern Camping, будет Camping Lantern Gas, Battery Camping Lantern, будет все фразами. То есть он не будет разбивать на отдельные слова. Здесь, если мы поставим, здесь добавить запятые без пробелов. Здесь можно добавить запятые с пробелами. То есть меня спрашивали, как правильнее запятыми, без запятых, с пробелами, без пробелов, как правильно ключи вносить. То есть я расскажу, как я вношу. Я вношу фразами и с пробелами. Запятые я не использую. Насколько мы тестировали, принципиально разницы вообще нет никакой в ранжировании. И так ранжируется, в принципе, нормально. Вот. Единственное, что мы заметили, что если мы вписываем фразами, то эти фразы непосредственно, которые мы цельные фразы вписали, вот, они ранжируются лучше, чем просто отдельные слова, если мы впишем, и потом Amazon как бы из этих слов пытается составить фразы, вот, они будут ранжироваться, эти фразы, но они будут ранжироваться хуже, чем если бы мы сами написали эти фразы. Вот, поэтому я использую фразы и между ними пробелы, между фразами. Более того, имейте в виду, что если у вас между фразами пробелы, по сути, начало одной фразы и конец другой фразы, они могут сформировать еще одну фразу. То есть учитывайте эти моменты, и если вот эти будут повторения, именно, ну, тоже комбинаторика включается, то тоже можно какие-то повторения исключать. Но это уже дальше, я покажу, как можно будет работать с этим массивом. Так, здесь мы ставим, например, запятые с пробелами. Ну, вот наш вариант, да, добавить запятые. Запятые нам не надо. Так, вот, одна фраза, слово в линию. Здесь удалить дубликаты. То есть, если мы здесь поставим птичку, он удалит одинаковые фразы. То есть, те фразы, которые повторяются, возможно, из I'm the one, из Sonar, фразы, возможно, перекликаются. Соответственно, если мы эту галочку поставим, он удалит. Здесь, ну, сохранить фразы. Тут получается, мы делаем защитить номера. То есть, если во фразах содержатся номера какие-то, например, там set of two, например, вот divine led two pack, например, или вот Kuhlman 400. То есть, если мы эту птичку не поставим, Helium уберет все цифры из ключевых фраз. Если мы оставим, если для нас эти цифры критичны, то есть они, ну, реально нужны, там, например, мы продаем набор из двух штук. И нам важно, чтобы было написано набор из двух штук, именно два цифра. Соответственно, мы тогда оставляем. Здесь можно, главное, слова можно удалять, если они, ну, повторяющиеся, например, чтобы Amazon сам формировал из тех нужных слов, которые, фразы те, которые нам нужны. И удалить отдельные буквы. То есть, ну, как бы тоже смотрите, нужно вам удалять отдельные буквы или не нужно. Используются у вас в ключах отдельные буквы, ну, это могут быть там предлоги какие-нибудь, может быть, в наименованиях используются. Я не знаю, например, на данный момент нужно мне это, не нужно. Ну, мы сейчас поэкспериментируем просто разные варианты. Вот, удалить специальные символы. То есть, если мы, например, видим, что у нас есть какие-то символы непонятные, да, там какие-нибудь там вопросы, какие-нибудь там, мы можем удалить специальные символы, поставить и написать, какие символы удалить, прописать их. Например, какие-нибудь там доллары, значки, какие-нибудь слэши, если они вдруг встречаются в ключах, а они нам не нужны, то мы можем прописать, чтобы их удалили. Вот здесь можно, например, удалить все слова, начинающиеся с... Ну, допустим, возьмем rechargeable, да? Recharge, например, возьмем и ставим сюда, вот сюда, да? Соответственно, он должен из наших запросов удалить все слова, начинающиеся с recharge. Вот, и можно еще, допустим, удалить все фразы, содержащие слово какое-нибудь, да? Ну, там, rechargeable, если он фразу удалит. Тут именно удалить слова, содержащие вот recharge, да, rechargeable. Recharge, ну, то есть какие-то синонимы, возможно, скорее всего. Не синонимы, а различные вариации этого слова. Да, уберет. А здесь мы можем, в принципе, все фразы именно, то есть не слова, а именно фразы убрать, которые содержат какое-то слово. Вот. Но если мы просто уберем все фразы, содержащие это слово, может быть, нас не устроит этот вариант. Ну, допустим, да, возьмем вот этот rechargeable. То есть мы экспериментируем сейчас пока.
И, например, нужно удалить асины. То есть бывает иногда, там, если вы спарсили, например, кейворды из рекламы, да, там автоматически, там может быть куча асинов, и вы не хотите эти асины вбивать себе в кейворды. То есть вы можете нажать «удалить асины», но вот в наших кейвордах он не нашел асинов, что логично. В принципе. Обычно асины бывают именно из отчетов по рекламе автоматической. Все, нажимаем «процесс», наш Франкенштейн, два массива в один сигнал. Так, что мы сделали? Так, не совсем. Но то, что видно, он разделил слова. Фразы нам нужно оставить. Процесс. Да, вот. То есть, если мы эту галочку убрали, соответственно, он нам дубликаты убрал, там все пошерстил, но сделал это отдельными словами. Как бы. Возможно, можно и таким образом заполнить. И, в принципе, Amazon из этих слов сформирует много-много разных таких фраз. Но, как я уже сказал, в моем случае я проверял, например, и ребята подтверждали, многие, кто с моим методом пользовались, что все-таки фразы работают лучше. То есть видно, что да, теперь осталось у нас 932 символа и всего лишь 153 слова. То есть вот эти все фразы, большой объем фраз вот этих вот, да, всего-то 153 слова. Из этих 153 вот эти все фразы состоят. Соответственно, ну, так как мы хотим фразы остановить, значит, оставить, ставим эту галочку, запускаем процесс. По итогу, ну вот мы получили, да, что у нас? Символов 6105, слов 873. Ну, мы, конечно, существенно уменьшили количество, но все равно 6000 мы тоже не запихнем. То есть дальше опять оптимизируем, что-то удаляем, убираем какие-то слова, например, которые, ну, берем этот массив, так, уже обработанный, к примеру. Тут, конечно, достаточно большой получился, его нам не проглотить. Берем вот этот массив, копируем на выходные данные, к примеру. Так, вот, например, у нас получился уже такой оптимизированный из двух. Дальше мы можем брать и смотреть повторение. Вот я про что говорил, например, кемпинг латерн. Да, вот эта фраза, она содержит уже кемпинг латерн. То есть я как делаю? Я беру через поиск Ctrl-F и, например, вот беру фразу. Обычно фраза из двух слов, их нужно удалять, потому что они, как правило, ну, где-нибудь еще это находится. Вот видите, она здесь есть, да? Вот еще здесь есть. То есть как минимум вот эту фразу можно сразу удалять. Она не нужна. Берем там дальше. Кстати, тут можно просортировать. Например. Чтобы по алфавиту. Чтобы нам проще было. Ну вот, Camp Lantern, да? Camp Lantern. Есть Camp Lantern Battery, Camp Lantern LED, Camp Lanterns. Так, дальше смотрим, там еще какое-нибудь слово. Фразу из двух слов. Например, выбираем Latin Camp. Да? Latin Camp. Ищем, есть ли у нас еще повторение. Есть. Да? Вот. А, Camping Latin. А, Camping Latin еще, да. Ну вот, соответственно, смотрим. Так, вот так, не то скопировал. Копировать. Так, ищем. Ну вот Latin Camping. А, Latin Camping. Вот удаляем. Ну, таким образом мы оптимизируем, скажем, наш список, соответственно, удаляем повторяющиеся. Да? Опять же, например, мы нашли какое-то слово. Долг, кемпинг, там, кукольный какой-нибудь, да, ну, нам не надо. Ну, не нужно, нерелевантно. Удаляем. Дальше вот оптимизируем, 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 стараемся вот этот вот наш списочек максимально уменьшить, чтобы все-таки нам подойти к отметке в 2000 символов. Хотя Amazon разрешает 5000 символов, тоже Мэнни Коутс тестировал в своих подкастах, как бы рассказывал об этом, и мы тестировали, что оптимально, скажем так, индексируется только 2000 символов.
все, что сверх, начинает листинг жутко тормозить, педалить, аранжирование начинает проседать. То есть как бы эффекта никакого не наблюдается. И по большому счету, если разобраться, такого количества фраз вам и не нужно. Потому что они все равно, 8 по, скажем, принципу Парето, все равно 80%, 20% точнее ваших фраз будут делать вам 80% ваших продаж. И все, что вы будете лишнее добавлять, оно вам только 20% всего лишь продаж добавит. Поэтому от того, что у вас там 5000 символов или 2000 символов, кардинально ваши продажи не изменятся. В принципе, 2000 символов более чем достаточно, чтобы прописать большое количество релевантных, интересных фраз. Вот, и как и высокочастотных, так и низкочастотных, чтобы листинг хорошо ранжировался и продавался по этим фразам. Опять же, не забываем, что все-таки Amazon тоже из слов формирует фразы и по ним тоже индексирует. То есть, но, возможно, хуже. Но если это будут низкочастотники, вполне возможно, что вы окажетесь на первых страницах. Ну, вот таким образом мы, скажем так, для себя оптимизируем. Вот Solar, например, да, это на солнечной батарее. Ну, вот, например, я бы сейчас вот этот вот сюда бы загнал массив, обратно его загнал бы в Helium. Так. Что у нас тут получилось? Что-то много. Надо удалить. Очистить. Так, загоняем в Helium, вот наши 6000 уже, да. И, например, берем сейчас Solar, берем, да. Recharge ставим, уже, по идее, выбирали. Берем слово, фразы, содержащие Solar. То есть нам, у нас не на солнечных батареях, соответственно, нам нужно убрать все, что содержит Solar. Запускаем. Ну вот, осталось уже 5000 символов. То есть дальше ищем. Какие еще могут быть, например, так, Solar, вот, не, вот, убирала, да? Берем, копируем наш массив. Так, и вставляем новый лист у нас. Что еще? Опять ищем какие-то, например, нелогичные, скажем так, слова, нелогичные, например, какие-то определения. Вот теплый свет, да, вот, ну, неизвестно, теплый свет, холодный свет, с USB, вот, например, да, с USB-зарядкой. То есть, если у нас нет USB, ни USB-зарядки, ни USB каких-то портов, ну, как понятно, нам, в принципе, не нужно этих ключей иметь. Соответственно, опять же, берем, очищаем, добавляем этот массив, убираем USB, например, USB, процесс. Еще немножко убрали, то есть из 5220 осталось у нас 5165, вот, и слов уменьшилось, то есть не 745, а 736. Ну и таким образом мы оптимизируем, то есть все лишнее, весь мусор отсюда убираем, из этого массива, то есть, ну хоть это немножко получается хоть как-то автоматизировано. Дальше, например, вот, получился у нас, к примеру, какой-то более или менее упорядоченный массив. Соответственно, мы заходим, тут есть отправить в Scribbles, вот есть отправить в Scribbles. Мы этот массив загоняем в Scribbles. Это второй такой сервис, который помогает нам это все разместить в листинге. Единственное, конечно, у нас тут очень много лишних слов. Так. Ставить фразы. Вот наши фразы. Что он их загнал через запятые. Здесь мы можем подтянуть наш листинг. Что? А, у меня не установлено расширение. Сейчас установим. Так, импорт листинг. А, я же установил. Кстати, не так. А,
хочет там. Надо логиниться. В тестовом аккаунте не получится, надо логиниться. Но это, по сути, все бесплатно работает. Суть в чем? Берем листинг, сюда загружаем. Я уже сейчас руками все закину. И автоматом просто подтянутся title, description. И мы потом просканируем. То есть берем наш вот этот. Так, где наш стационар? Плохо. Денис, какой мы там искали этот салат? Потерял его. Потерял? Ну, историю забей. А вот он. Так. Берем. Так, что мы берем? Берем. Тайтл. Ну, просто если залогиниться в этот, то можно все это автоматом подтянуть. То есть берем description. Description. Я просто немножко времени потрачу. Так, и буллеты. И буллеты. Я, короче, на телевизоре флеш не поддерживает, получается, пишет. Видео не показывает. То есть показывает Facebook, все дела, а флеш написано. Unavailable flash. Ну, я понял. Ну да, там же Adobe Flash Player должен быть. Кстати, некоторые так и не договорились с Adobe. Некоторые производители. Вот долгое время же на iPhone не работал флеш, YouTube не работал. Ну, они же были против флеша, флеш типа тяжелый. Ну да. Ну вот у меня. А теперь уже просто скорость флэш. Интернета очень высокая, поэтому нет смысла. Ну, можно да. И флеш. Ну вот у меня написано сервис флеш анвейл. Так. Ну вот. Ну я сейчас делаю это все вручную, но как бы мне просто под своим аккаунтом не хочу заходить. Получается, можно было это все загрузить, то есть если бы зарегистрироваться, ну, мне создавать новый аккаунт, регистрироваться, заходить, то можно автоматом вот сюда импорт листинг и подтянуть листинг просто. Вот, соответственно, у вас листинг подтянулся бы, сразу заполнились бы title, description и заполнились буллеты. Соответственно, вот он показывает, какие кейворды уже использованы. То есть вот он пишет слова, которые использованы. Вот. Соответственно, эти можно, в принципе, не заполнять в кейворды. Есть такая версия, например, если уже что-то использовано в description, в описании, в буллетах, либо в тайтле, можно это в кейворды не прописывать, чтобы сэкономить место в кейвордах. Не скажу на 100%, как бы, что лучше. Я бы все-таки пару хороших, интересных фраз все-таки прописал бы и в тайтле, и в буллетах, например, там, в description, и в кейворды ты тоже засунул бы. Там, на самом деле, там лишних 3-4 фразы погоды не сделают, там сильно много места у вас не украдут. Но по моим наблюдениям, мне кажется, все-таки по этим словам тогда листинг ранжируется лучше. Но делал я эксперименты, пробовал удалять из тайтла какие-то фразы, добавлять. Суть в чем? Amazon реагирует очень болезненно на все эти изменения, но в дальнейшем, в принципе, все равно позиции восстанавливаются через какое-то время. Ты все равно понимаешь, что эти слова если есть. Живой товар. Да, и все равно пытаются их, скажем так, вот. Ну, и все, и теперь нам оставшиеся слова нам предлагают распихать в 5 полей кейвордов. Мы берем, нажимаем. Что тут? Но. И вот он нам запихнул оставшиеся слова, предложил их распихать в кейворде. Соответственно, вот мы взяли эти слова и скопировали к себе в кейворды. Вот у нас получилось, мы заполнили. Ну, опять же, если мы фразы, например, сохраняем там, ну, немножко по-другому будет. Все, вот таким образом, скажем так, он нам помогает
вот это вот все дело оптимизировать. Ну, я, честно скажу, например, вот этим вот скриплсом редко пользуюсь, потому что тут можно настраивать, в принципе, под себя все что угодно. Можно настраивать минимальное, максимальное количество символов, ну, максимальное количество символов, которые запихнуть. Можно сделать все, например, большими буквами. Можно сделать, например, первые большие, остальные маленькие. Можно сделать все маленькие. Можно сделать начало только с большой буквы. Я не знаю, для чего-то, в принципе, это придумали. То есть, возможно, Amazon как-то реагирует тоже лучше, хуже на вот эти вот моменты. Я не могу сказать. То есть, однозначно, можно тестировать, скажем так. Раз такая опция есть, значит, в принципе, люди тестировали и предполагали, что это может как-то влиять. То есть, например, которые с большой буквы, например, слова, может быть, он лучше их как-то ранжирует. Не знаю, я не проверял, я все пишу с маленькой буквы. Вот. Но, как вариант, тут можно настраивать, экспериментировать. Ну, это немножко помогает экономить время при заполнении ключей. Дальше по нашему сервису Helium. 5 кей-чекер. Вот. У меня уже добавили безграничное количество возможных. А, возможно, у меня просто тестовый. Может, поэтому. Так, тут суть в чем? Очень классный сервис. Например, когда у вас листинг не ранжируется и не ищется ваш листинг, вообще не индексируется, вы начинаете выяснять, по какому же слову у вас не ранжируется. Здесь вы берете свой асин, например, наш вот этот фонарик, добавляете его и добавляете, например, из нашего скриблса, где он там, по-моему, уже стерся, да? Так, ну вот, допустим, у нас, например, вот эти слова были из нашего поля. Да, 5 кичек. Что-то у меня опять с интернетом беда какая-то. Так, вставляем сюда наши ключи. Сюда наш асин. Потом дубликаты удалил. Можно не удалять. И проверяем. Что? Так, проверяем. Он проверяет наши слова. Все ли наши слова индексируются в этом листинге. Он прогоняет. Все. Вот эти все слова индексируются, а вот эти слова не индексируются. Соответственно, нам нужно их из кейвордов убрать, потому что из-за них может не индексироваться поле. То есть мы берем вот наше поле, например, первое, загоняем сюда, ставим асин и смотрим, какие слова не индексируются. И таким образом мы можем каждое поле проверить и посмотреть, по каким словам мы не индексируемся. Если они нерелевантные, ну, то есть без зазрения совести, не париться. Вопрос по свежим следам. Как раз мы об этом недавно разговаривали. В каком моменте вот это асин и индексация? Вот, например, новый товар. Мы сделали листинг. Да. Оптимизированный, реально, релевантный. Все как положено, по фразам. Там даже некоторые фразы, слова там добились. Ну, неважно. Ну, то есть сделано хорошо. Сделали тайтл привязанный, буллеты нормально, дескрипшн по теме. И мы асином проверяем, и у нас некоторые слова в кейвордах с растерами не бьются. Ну, вот когда надо? Я считаю, что надо после первых продаж, ну, перед запуском pay-per-click, ну, хотя бы неделю через две, наверное, ё-моё. Ну, то есть, вот мы запускаем фиктивные продажи, там, через Сергея, например. Вот, то есть, мы прогнали товар, пошла органика, пошли какие-то движения. И после этого, я-то начинаю асином проверять и пробивать по отдельности фразы или соответственно, слова, и потом же колбасу все. А некоторые сразу, то есть вот все сделали не, сразу. Не, однозначно нет смысла. Листинг должен пожить какое-то время на Амазоне, то есть чтобы Амазон его именно проиндексировал. Ну, чтобы даже была какая-то органика, вносишь, неважно какая. Конечно, ты изменения какие-то вносишь, например, он должен его прогнать, показать там, например. То есть вначале смысла, конечно. Вот что мы сейчас делаем, нет, это уже для нет, товара, который жив. Вот этот сервис, например, проверять по асину,
Это вообще, в принципе, ну, это не на этапе создания листинга, это на этапе уже, когда вы видите какие-то косяки, у вас столько времени, а продаж никаких нет, и вы смотрите, оптимизирован у вас листинг или нет, вот тогда вы можете проверить на то, индекс, ну, вообще ищется ваш листинг или не ищется, то есть индексируется по этим фразам или нет. Соответственно, вот если содержат вот эти слова, уже не будет индексироваться. Все понял. Мы понимаем, убрали их, посмотрели, поменялось что-то, стали лучше ранжироваться. Окей, нет, значит, дальше ищем, где косяк, то есть какие слова лишние, почему, может, нерелевантно, может, нас вообще не в той категории показывает. Запустили автомат, к примеру, посмотрели, что автомат показывает, там, недельку покрутили. То есть ерунду показывает там в серч-штормах или поисковых запросах, либо более или менее релевантные запросы и показывает вас на автомате по более или менее релевантным запросам. То есть таким образом вы уже проверяете свой листинг на релевантность, насколько его понимает Amazon. Потому что важно, чтобы его понимал Amazon. Потому что если Amazon будет ваш листинг правильно понимать, он вас будет правильно показывать в нужной категории и по нужным запросам. Если он вас неправильно понимает, вы будете показывать эти фонарики там, на скат. Вот. И, возможно, никто не будет вообще смотреть на ваши фонарики. И не забывайте, что бывает... Вот, вот такой вот, скажем так. Цифры вылазят, это да. Имеется в виду оси. А что ты говоришь? Когда бывает цифры вылазят по автомату, это оси, может быть, конкурента ваших. Тоже. Да. Это, соответственно, происходит таким образом. То есть показывает, например, конкурента вашего, и ну, клиент заходит в конкурента какого-то, а он вместе с конкурентом Amazon показывает еще ваш товар. То есть и получается sponsored items related, ну, sponsored related to this item. То есть, ну, типа, спонсор, рекламируемые товары, которые, ну, имеют отношение к данному товару. То есть они чем-то похожи, например. То есть он, Amazon не понимает, это вообще такой товар, не такой, то есть Он пытается ваш товар показывать вкупе с какими-то, похожими. Как он считает, аналогичными товарами. Если эти асины, в принципе, похожи на ваш товар, то это есть хорошо. Вероятность, что ну, более или менее как бы, правильно показывает. Но опять же, то есть это говорит о чем? Говорит о том, что Amazon вообще не знает, по каким ключам вас показать. Он предположил, что вот есть товар аналогичный, у него все нормально, хорошие ключи заполнены, он пытается вас показывать по асину этого товара. Соответственно, если по вам идут клики, значит, Amazon понимает, да, точно, это такой же самый товар, все окей, значит, вот его нужно по этим же похожим ключам показывать. То есть это говорит о том, что если таких асинов много, что у вас не совсем все хорошо с листингом. То есть Amazon не понимает ваш листинг. То есть надо искать, что не так. Вот, если по этим асинам много покупок, то, с одной стороны, это даже хорошо, что Amazon вас показал, в принципе, он не знал, как показать, решил показать по асинам конкурента, но у вас произошла покупка. Значит, в принципе, у вас листинг классный, красивый, фотки, все, вы убедили покупателя, но у вас кривые ключи. То есть вам для того, чтобы показывали вас, чтобы вас хорошо ранжировали, вам надо работать над ключами. То есть листинг у вас классный, то есть ваш товар покупают, независимо от того, что выбирали конкурента, а купили ваш. Это значит, что вы лучше конкурента, но у вас проблема, беда с ключами. То есть нужно ключи дорабатывать, оптимизировать, чтобы все-таки вас показывало именно по вашим словам, а не по асинам конкурента. Вот. Есть еще сервис ошибки показывает. То есть, ну, как бы кто-то считает, что Amazon ошибки сам подставляет, то есть вы пишете слово правильно, а он, если, например, клиент, покупатель ввел слово с ошибкой, он все равно вас покажет. Ну, я проверял, по ошибкам он отдельно ранжирует. То есть он иногда предлагает исправление, но зачастую все-таки по ошибкам он показывает отдельно. И тут надо смотреть, есть ли ошибки высокочастотные, то есть часто ошибаются люди, неправильно пишут. Особенно американцы, они много делают слов, пишут, ну, сокращают, как-то неправильно пишут. Вот. То тогда есть смысл их тоже использовать, ошибки в ключах. Вот. Есть такой... Ну, Keyword Tracker здесь есть, как бы, ну, опять же, я им не пользуюсь, тут это, скажем так, платный сервис, когда он достаточно дорогой, ну, вот, я могу показать, сколько примерно он стоит, вот, например, ежемесячная оплата $97, да, магнит 25 использований, 5K чекер, 25 использований, ошибки 100 использований, ну, вот, видишь, кстати, 5K чекер, 25 использований, а у меня безлимитная, какой-то мне бонус какой-то подарил, Helium 10, наверное, с барской... Плоского ключа. Scribbles безлимитно, Франкенштейн безлимитно, Трендстер безлимитно. Трендстер это по сути аналог Google Тренда. То есть он показывает вообще есть тренд на ваш товар или нет товара. BrandGate Checker это можно проверить, есть бренд регистр товара или нету. Вот сейчас давайте проверим. Берем наш этот ASIN,
Так, заходим. Бренд. У меня скоро голова лопнет от этого количества программ. Я уже начинаю некоторые путать, короче. То есть начинаешь уже это. То есть вот надо сконцентрироваться на некоторых. А то прямо уже тут, это... я для себя уже определился, что я использую. Поэтому мне несложно. Ну вот, прогоняем. Что у нас? Бренд name Electricity. Не проще в Amazon забить и увидеть, есть ли такой бренд или нет. Так он бренд будет, но он бренд регистрирован или нет. А, понимаешь? Понял, понял. Ну вот, смотри, вот. Все, как бы. Бренд защищен, зарегистрирован. Все как положено. Зелененький, а был бы красненький, если бы был бренд не зарегистрирован. Он погнал бы бренд, но не зарегистрирован. То есть, сейчас все ломанутся проверять. То есть это private label. Дропшиперы сейчас ломанутся проверять сразу. А то они все время, они же в октябре месяце как разговор был. Да что там, мне вообще пофиг. Пускай мне документ предъявляют. А сейчас народ документ не предъявляет, сразу Amazon жалуется и бан. Да, да. А теперь дропшиперы... Кто даже, не знал? Даже меньше шансов, что какой-то крупный крутой бренд на тебя пожалуется. А, крупный бренд вообще может не знать, что его товар на Амазоне продается. Если там особенно из какого-нибудь магазина покупаешь. А вот private label продавцы, они, конечно, свои листинги отстаивают с пены рта. Поэтому, как бы, конечно, если он видит, что появляется какой-то непонятный дропшипер с eBay, а ты на eBay никогда не продавал. Короче, вообще, надо было написать этот вебинар для дропшиперов, короче, очень важно, нужно. Кто не знал? Да. Keyword Tracker, ну я уже сказал, что Keyword Tracker это именно трек из ключи, но опять же за $97 спасибо не надо, я как бы I'm the one пользуюсь за $20. Вот. И тем более, честно говоря, я даже не знаю, как оно вообще тут, по какому принципу тут это делают. За такие бабки-то, да? Да, я честно даже, я не знаю еще как, тут ключи надо ввести, вот ключи, да? Сейчас, сейчас посмотрим, что тут он, вот возьмем ключи вот эти. Может, он тут вообще прям сразу это еще и ранжирует себя по ключам сразу. Может, он генерирует ключи. Ключа. Если бы он бежит. Он тебе сразу индусский. А, апгрейд план. Ну да. Как бы, блин, ну у меня не подключен платный план. Сорян. Так, что тут? Ну, короче, не дает. Ладно. Ну, я не пользуюсь. И как бы кто-то захочет воспользоваться, $97 заплатить, расскажите нам потом, хорошо он ранжирует. Показывает или не очень. Джекер Алерт. Это как бы, то есть вы Ася не подключаетесь, соответственно, он показывает вам, типа, есть, будут подключились там хайджекеры, не подключились. То есть, опять же, ну, это платный сервис, я не знаю. Я не пользовался им, нет у меня. И вот, есть еще классный такой Refund Genie. О, подожди, тоже безлимитное количество использования. Что за ерунда? Ты вообще под своим аккаунтом зашел или наших гуру? Короче, вот этот Refund Genie, вот это их новая такая фишка, он, короче, показывает вообще, есть ли у вас какие-то косяки Амазона перед вами по выплате возмещения. То есть, а как он это вычисляет, интересно? Ну, он, типа, должен ваш аккаунт просканить, и, типа, если у вас были какие-то рефанды, и Амазон где-то что-то недовыплатил, то он вам покажет, что вот смотрите. На самом деле, очень классная штука, когда очень много продаж. Сейчас все ломанутся, сейчас он Helium 10 зависит. По 10 тысяч баксов вытягивают. Ну, я тут ничего не соберу, потому что, говорю, ну, это аккаунт надо свой подключать. Но говорят, что пользуются и очень-очень даже успешно. И как бы нормальных денег. Вау, да? Что? А, ты когда Пасину, что ли, нашел? 60 баксов Амазон не довозместил. Ну, это тому чуваку. Надо ему написать. Хочешь 30 баксов получить, да? Да. Сейчас народ ломанет, сейчас Helium 10 зависнет. Да. Наших 38 зрителей. Ну, что я хотел сказать. Самые важные сервисы, которые я использую, это Франкенштейн. Скорее всего, что это просто бесплатная, это триал-версия, да, и она тут дает, ну, поиздеваться со всякими разными этими функциями. Потому что если я сейчас зайду под своим логином, скорее всего, у меня вот этого бесплатного безобразия, конечно, столько много не будет. Но есть айпишники, можно постоянно заходить, новый регистрируется. Почта. Я сегодня регистрировал несколько почт gmail-овских очередных под наш проект. Как, у меня как написано, закройте. Как вариант, те, кто практикует, можно пробовать просто заходить по разному логиниться и, в принципе, бесплатно пользоваться. Ну да, Брусек, он включил айпишников там
Мы когда индусскую систему проходили, там несколько сотен айпишников динамических. В принципе, говорю, вот эти основные сервисы, это Франкенштейн, это для того, чтобы сортировать наши ключи и получить более или менее приемлемый массив, то есть уменьшить его до удобоваримого вида. Вот. Опять же, напоминаю, я пользуюсь 2000 символов, то есть у меня лимит по хип-бордам 2000 символов. Кто-то загоняет 2000 в первые две строки, я, например, в каждую строку по 400 лимит ставлю и загоняю в каждую строку до 400 символов. Вот. Так колбасу легче вычислять, да, просто элементарно. Да, трендстер, кстати, тоже. Сюда это можно строить тренды. Ну, как бы тут берете кучу осинов, допустим, которые вы хотите. Но опять же, это Google тренд. Ничего удивительного, я не знаю, зачем они это сделали. Я думал, тут что-то интересное. Тут, по-моему, привязали кипу и Google тренд. То есть тут, например, берем осины, да, вот лопату возьмем эту. Так, ну я много не буду заполнять, пару асин я заполню. И keyword, например, штука, как это называлась на эта лампа? LED. Как он? Не помнишь? Что не, Lanturum. Сейчас, ладно, вернемся обратно. Где эта лампа была? Вот лампа. Camping Lantern, да? В основном раз есть функция такая, давайте покажем, для чего она нужна. Вопросов не было. А тут что у нас было? Лопата, да? Лопатник. Лопата. Шуфель. Это, оказывается, называется. Шуфель. Вот, словарный запас расширяем. Шуфель, оказывается. Вот, видите? Так, и поехали. Что у нас? Ранжирный год. За год давайте посмотрим. Sales rank и pricing. Нормально. Огонь. Поехали. На Amazon.com все это проверяем. Смотрит. Вот он, ну, по сути, кипу подтягивает. То есть кипу можно поставить на листинг и пользоваться кипой прямо в листинге, не заниматься ерундой. Вот это как, честно, непонятно что. Вот. То есть он показывает вообще вот ваш sales rank, как по этому товару шел. Да, как он изменялся. Ну, тут он классный sales rank. То есть это топ-продавец, конечно, очень крутой. С PSR там меньше 150. Это очень, очень крутой. И вот Google Trend показывает. Ну, как бы... Тренд не очень хороший, то есть спадающий, да? Мы видим. За 12 месяцев нормально, просто Новый год на подарки больше брали, а сейчас меньше. Ну вот покупали, да, подожди, в июле. А, ну правильно, когда вот эти поездки, эти кемпинги все эти, ну, вот, да. Летом, видишь, он популярный летом. Так что сезон сейчас начнет. Когда все выезжают, да, а потом, видите, к зиме уже как бы спад. То есть, в принципе, вот сейчас к лету можно затариваться этими лампами и все. И этими лампами только не надо этими лампами. Их море, просто море. Да, я шучу, конечно. Вы на самом деле не принимайте наши товары, которые мы показываем, за чистую монету. Это не значит, что их надо брать, хватать. И более того, чем больше людей посмотрит, тем больше шансов, что кто-то их схватит и пойдет продавать. И очень много будет потом прокола. Вот. Товары нужно искать самому. Используя наши методы, используя наши наработки, но искать самому. И опять же, включайте креатив. Если вы хотите, чтобы ваш товар отличался от большинства ваших собратьев, включайте креатив. Немножко какую-то фишку добавляйте. То есть там монетку, орел и решку бросаете. Да, ну, там... есть еще нюанс, например, как я сегодня... Выпала там четная сторона, значит, на четных страницах выбирайте товар. Выпала нечетная там. Ну, а есть момент... момент неслучайности. Можно по-другому еще пойти. То есть, да, по ключам это все прогнать, но есть такой момент. Буллеты. Почитайте буллеты первое. В буллетах написаны все преимущества, которые прописывают производители, продавцы, там, неважно кто, бренды. Просто возьмите таблицу, запишите все. В конечном итоге вы сами поймете, какие преимущества, за какую цену. Потому что будет в любом случае структурировано достаточно. У кого-то 6 лампочек, он просит 15 долларов. У кого-то 8, он стоит 20 долларов. У кого-то 10. У кого-то не LED, у кого-то там другие. Постепенно все систематизируется. Вначале будет бардак казаться. На самом деле никакого бардака нет. Там 5-6 ключевых фраз, 2-3 страницы первых. И вы систематизируете сначала по буллетам все их преимущества. Там все будет расписано красиво, нарядно. Какие они классные, что они долго горят, там, что они телефоны нам заряжают. А потом возьмите вторую табличку и зайдите к каждому из этих поставщиков еще на негативные отзывы. И вы увидите реальный негатив.
То есть 6 лампочек светит как 8, 8 светит как 6, 4 там не светят. Здесь лампочки такие большие диоды, там слабые, здесь немецкие, там китайские. Здесь открывается не до конца. И опять систематизируйте, и получите объективную картину, небольшую. Ну, в принципе, это работа, если честно, вот мне, например, пару дней. То есть прогнать просто любую нишу, ну, если только этим заниматься, там, ну, может, не пару дней, там, 2-3 дня, например. И все, то есть это вот 5 ключей основных, а может быть и меньше, это 1-5 страниц, насколько хотите вы, более точную информацию. И все, прогнали просто буллеты, прогнали негативно. Все. А опять же, я говорю, вон, и цену, естественно, прогнали, не забывайте, например, за что. И он вам подтянет, он, во-первых, вам покажет, вы закинули туда, например, 5-10 товаров, да, вот из вашей ниши этой, разных там, да, проследили их по продажам, то есть продаются они или не продаются, пока вы, анализируете вот эти вот плюсы-минусы, у вас за это время подтянется статистика по продажам. То есть вы проанализируете за несколько дней, там, были ли продажи или нет по этим товарам. И плюс подтянутся негативные отзывы. То есть вам даже их выискивать не нужно будет. У вас будет сразу просто список негативных отзывов. И вы тупо по ним пробежались и посмотрели сразу все какие-то... Системные проблемы, посмотрели просто. Да, и искать негативные. То есть сразу все это будет систематизировано в одной базе. Кстати, вот ярко выраженный сезонный товар. Лопата вот эта, да? Я так только не понял, что означает 3А. 3А это типа батарейки 3А. Или 3А это этот, типа, по классу энергоэффективности. Рейтинг может какой-нибудь. А+, то есть это мега-супер энергоэффективно. То есть вообще энергии никакой не затрачивается. 404. Полностью ручная сила. Ну хрен его знает. Алюминиум спорт утилити шоуэлл. Спорт главное, спорт. Ну да. Спорт снаряд. Если еще потом можно еще приложить книжку с упражнениями с этой лопатой. Нет, я помню, что это самое. На прокачку таких мышц, таких мышц. Старый мельник, реклама была, где он пиво, бутылку поставил, и там все, грядки летят в разные стороны. Также я видел, кстати, этот фитнес там на даче. И там, короче, типа топор. Показано с топором упражнения такие, да, потом там коса, на какие группы мышц, потом там серп, там на какие группы, тяпка, например, тоже там, в какой позе, как делать и какие группы мышц прорабатываются. То есть ты там полишь грядки, делаешь еще параллельно еще и это, и делаешь из себя там фитнес. Главное, как к этому подойти, с позитивом. Да-да, креативно, с позитивом, да, это как бы вот был прикол. Типа, говорит, ты что, действительно, говорит, едешь на машине 2 километра, а нет, говорит, идешь в спортзал, говорит, едешь на велосипеде там в спортзале 2 километра, чтобы потом, говорит, 2 километра на машине проехать, а нет, наоборот, типа, говорит, едешь на машине до спортзала 2 километра, говорит, чтобы потом в спортзале на велосипеде проехать 2 километра, то есть не проще ли просто до спортзала пробежаться или на велосипеде проехать. Ну, вот такой же. То есть платить бабки еще за спортзал, чтобы прийти в спортзал и там... Ну, это так же, как обучение. Смотри, так же, как обучение. Все то же самое. За деньги люди себя как бы это... Кулак берут, не зря же бабки отдал. А бесплатно, денег стать. Это я заметил, этот момент себя мотивирует. Что как бы, если ты заплачен, то, в принципе, ты будешь заставлять себя делать какие-то упражнения, делать какие-то задания, например. Потому что, ну, ты понимаешь, что деньги потрачены, надо что-то делать. А если у тебя есть все в бесплатном доступе, как бы, да, на халяву... Лень искать. Не хочешь спросить. Да. Поэтому можно спортзал организовать на улице. Пошел с другом, побегал, попрыгал, никак позанимался там. На ролик покатался. Вот тебе, пожалуйста, нагрузки получишь, кардио не хуже, чем в любом спортзале. Нет, надо идти в душный спортзал, где куча потных вонючих мужиков, да, там, и просто чего. Вот так и тут. Так и тут. Ну, можно пойти в элитный спортзал, заплатить кучу денег, где будут красивые девушки, да, фитоняшки. Специально будут там крутиться, вертеться, тебя стимулировать занятия. Вот, так и тут, в нашем сообществе, да, люди, которые сюда пришли, они видят на успешных продавцов, смотрят на их опыт и заряжаются, наверное, позитивом. Им, наверное, проще таким образом, может быть, чем если это все делать самостоятельно, лениво. Куча информации, с чего начинать, что читать. Может быть, поэтому. Ну вот, говорю, ярко выраженный товар трендовый. Вот, здесь был БСР сумасшедший, там 12 тысяч, там, 15 тысяч не продавался, ну, плохо продавался. А зима, все ближе, и BSR стал очень интересный. И вот видно по Google тренду тоже, что не покупался, слабый спрос был, а тут раз скачок прям в январе-декабре. Еще и к Новому году, наверное, там, подарочки, лопат.
Может быть, у них, как в Беларуси, вышло постановление, что убирать нужно снег возле своих машин припаркованных. По-любому. Ринулись все лопаты покупать. 100%. Или слухи дошли до них, что у них тоже скоро введут такую ответственность. Автолюбитель за неубранный снег от машин. И вот они ринулись все покупать лопаты. Вот, опять же, может быть, у них там ГАИ штрафуют за отсутствие лопаты в машине. И в январе как раз начали. Да, какая-то пластиковая, хотя алюминиевая написано, не знаю. Снег ей убирать только, че еще? Землю не покопаешь. Да, любая, какая она там не была, алюминиевая, пластиковая, это только снег убирать, конечно. И даже сломаешь ее, стальная, если она еще, ты можешь что-то и покопать там. Вот такой вот сервис, говорю, бесполезный, в принципе, Google Trend можно попользоваться. Тут можно только, чтобы 5 товаров сразу забил, и 5 товаров тебе показало. В Google Trend каждый по отдельности нужно забить. И опять же, кипу тоже. Зато там сравнивать можно, друг на друга накладывать. А тут сразу, да, друг на дружку накладывать, ты же можешь посмотреть одновременно там 5 товаров. Нет, в Google Trend тоже можно 5 сразу в графике наложить друг на друга, да? Более наглядно будет. Тогда вообще не понимаю, зачем это сделали, это просто, знаешь, чтобы было. То есть, вот смотрите, какой у нас крутой сервис, мы добавили новую фишку. Ладно, думаю, достаточно. Уже все, уже там да, и так. Да, все функции. И вопросы. Функции, то, чем я пользуюсь, я рассмотрел. В принципе, если какие-то вопросы есть, задавайте. Но тут еще задача была не столько сервис, сколько еще именно поиск ключей, их, возможно, методы оптимизации. Методов очень много, один из них я показал. Хорошо, расскажу, заканчиваю. Так, у нас тут вопросы. Есть вопрос? Какие программы ты используешь? Какие программы для чего? Программы вообще, в принципе, какие используешь? Ты сказал, что ты пользуешься. Какие программы использую? Использую I'm the One, использую именно для трекинга. И для ресерча я использую именно момент отслеживания продаж. То есть просто при помощи I'm the One я отслеживаю, как продается товар. Потому что по BSR сейчас ничего не видно. Кстати, так. Вот тут написано, дайте ссылку на сайт, а то ничего не видно. А на YouTube будет нормальное качество. Это Facebook почему-то очень сильно ужимает качество. И реально оно плохо очень видно. Может быть, но меняет самое. 100%. Я уже смотрел уже на YouTube те видео, которые ты заливаешь с лайвов, они лучше качества, не нормального, хорошего качества. Все четко видно. Посмотрим. Я вроде сегодня настройки там поднастроил. Посмотрим, ладно. По поводу программ хотел сказать. На самом деле, для меня лично, уж не буду. В принципе, основная программа. Подожди, я недорассказал. IMZOne использую для трекинга, да, трекинг ключей и трекинг продаж в основном, да, вот я использую. А потом нужен мастер, сейчас я использую для рассылок. Вот. И по большому счету, что, и все, и больше я ничего не использую. Ресерч я делаю именно вот таким вот путем, то есть по группам пробегаюсь, бестселлеры ищу. То есть, есть еще там куча всяких программ для того, чтобы ассины скачивать, я ими не пользуюсь. Как я сказал, надо креативить. Если вы хотите что-то эксклюзивное найти интересное, надо креативить. Можно использовать какие-то там Jungle Scout, Ассин Инспектор, но они дорогие для новичков, я не вижу смысла. Надо понимать, как ими пользоваться. А это понимание приходит с опытом, когда вы уже 1-2 товара запустили. Так, я хотел теперь по программам сказать. Давай я скажу по-быстрому. Там смысл такой, что на самом деле есть три вида программ. Первая программа – поиск товара, потому что реально искать товары. Я вам и на Fiverr, и индусы предлагают такую. Сейчас даже заказали у одних. То есть мы дали определенные критерии по выбору товара. Посмотрим, что нам предложат. Кстати, они там прикольно. Они берут просто слева часть, убирают ключевики. И можно выбирать, реально они выкидывают варианты. Вот, пока ничего интересного не дали, в любом случае это работает. То есть, первая программа по поиску товара, я знаю Jungle Scout как минимум, кому как нравится. Сейчас на данный момент мы делаем такую программу, именно по заданию искать. То есть, такую программу мы сейчас сделаем. Критерии понятны, все понятно, как искать, так что это будет. Поиск товара номер один. Второе, аналитика продаж. Аналитика продаж, в принципе, это I'm the One. Трекинг наших ключей, к сожалению, он не генерирует нам ключи, которые мы не знаем. Если такие программы были мощные, действительно, которые показывали там не первые там
20 позиций, а там несколько сотен позиций. Было бы круто. То есть у нас товар, который... То есть наши ключи, по которым нас Amazon видит. Вот, если кто такие сервисы знает, мощные, хорошие, на данный момент их я не знаю, например. То есть это именно... Я думаю, что Amazon настолько закрывает эту информацию, да, на те ключи, по... Это было бы круто. Потому что кроме pay-per-click нам данных нет, продажи почем нас идут, по каким ключам нет, то есть генерации ключевых вот этих позиций, к сожалению, нет. То есть мы сами, которые знаем, ставим, мы их за ними следим, за своими, за конкурентами там и так далее. Вот, то есть аналитика продаж и третье – это рассылка. В аналитику продаж у нас входит, для меня это Keyword Inspector, AmZoOne. Для рассылки там, ну, я SalesBaker пользовался, как самым простым, в принципе, письма там он был переделать. Ну, то есть, в принципе, он функционал для небольших продаж, для новичка, для этого все закрывает. ZoneMaster, соответственно, это следующий этап, когда уже попробовали, когда чувствуется, не хватает. Денис вот сейчас его экспериментирует как раз. У него очень, очень хороший показатель по возврату отзывов, например, по открываемости сначала он анализирует, потом по возврату отзывов. Вот, если опять же, возвращаемся, значит, к выбору товара. Таких программ много, но они достаточно дорогие, сложно. А так, на самом деле. А, ну там еще, наверное, по ключам можно, там какие-нибудь мерчинворды там и так далее. А так, если ориентироваться, в принципе, можно обойтись вообще без одной программы. Только рассылка, времени много потратит, соответственно, скорее всего, надо будет покупать. Но если у вас там совсем там, мало-мало продаж, можно и вручную рассылать эти письма, но это геморройно, неэффективно. Все остальное можно спокойно заменить с ручным трудом. На начальном этапе, чтобы не тратить и не валивать туда лишний день. Это мы как раз говорим для новичков, потому что когда профи уже все знает, то есть там уже механизм максимальной оптимизации и много товаров, все остальное. А у новичка не то, что ему там денег жалко, еще, просто надо понять, как это в принципе механизм работает. Если не понимаешь, как работают механизмы, ну, тогда программами пользуются не очень хорошо, потому что ты не можешь нормально дать задание просто этой программе, что ты конкретно хочешь. Так что имейте в виду. Так, значит, 2000 максимум, туда-сюда. Нет ли противоречия по ключевым словам? На прошлом вебинаре говорили, что надо много всяких слов смежно добавлять, еще, что достаточно 2000. Ну, какая разница? На самом деле, ситуации разные, все делают по-разному. На самом деле, хороших слов релевантных. Не так и много. Реально, не так и много. 2000 очень сложно набрать. Просто всех подряд, например, накидать, да? То есть, как бы вот, как я, например, сейчас, вот я показывал в примере. Просто взял, там, спаршил кучу, например, слов. Ну, конечно, можно и 10 тысяч, я уже показал, там, и 20 тысяч можно набрать. Но толку, если половина из них вообще шлак, и они, в принципе, не релевантны. То есть, не забывайте, что вам важна конверсия. То есть вам важны ключи, которые реально могут продавать. То есть лучше заполнить, например, 1000 символов и добавлять по чуть-чуть, например, интересные какие-то из PPC, например, из конкурентов подергивать какие-то интересные слова, тестировать. Вот. Чем просто туда набомбить 2000 непонятно какого шлака, а потом действительно интересные ключи у вас будут валяться, а вы не будете знать, куда это ставить. Не гонитесь за этим большим объемом. Количество того, не даст ничего. Продавать... Реально, если вы будете хотеть 30 вам более или менее ранжироваться и по ним продавать, вам достаточно это будет. Просто вопрос, как их вычислить, эти фразы. Ну, вот кто-то по-разному. Кто-то pay-per-click автомат делает, кто-то keyword inspector, а кто-то просто title парсит. Да. Поэтому как бы вариантов много раз. Денис, что-то, блин, лаги какие-то с интернетом. Ну, есть что. В любом случае, что-то я тебя прерывисто. Ну, что делать? Так что по AmZoWall 100 раз уже говорили, мы им не пользуемся. Ну вот. Ну, замороченная программа, честно могу сказать. Разработчики ее все время усовершенствуют. Ну, на начальном этапе в августе месяце было интересно поковыряться. Но потом это притомило, если честно. Я, ну, просто не пользуюсь. Там я скажу, что... Да, новичку так вообще повесится в ней. То есть он в принципе не разберется. Это очень сложно. Это можно любители для таких, которые, знаешь, любят разморочиться. Это вот как, например, кто-то работает на Windows, кто-то работает на Linux. Да? Ну да. Кому-то нравится iOS.
Соответственно, ну, кто-то там уже, знаешь, такой старой закалки, он работает на Windows, и ему очень трудно переходить там, на Apple, например, а тем более на Linux. Вот, он вообще не, он не, у него разрыв шаблона будет. Также тут, MZO, возможно, она хорошая, но это уже для таких продвинутых юзеров, которые уже что-то там немножко понимают, действительно, ну, ее будут использовать все вот эти фишки. Я даже, например, сколько не пользовался, я так и не разобрался в этих тонкостях, нюансах, для чего она, там, некоторые функции, зачем они нужны, в принципе. То есть, этот разработчик, он разрабатывал ее программу для себя. Такой ну сильный. Да, он да, да. Хорошо там... плавает, ориентируется. Новичку там разобраться сходу сложно. Там очень куча функций, каких специфических, которые, в принципе, я вообще не понимаю, зачем они нужны. Ну да, например, подтягивать там Алибабу и так далее. Но это я еще говорю, я еще смотрел вот эти первые видосы в сентябре месяце. Реально, ну нет, ни один сервис реально не подтянет тебе аналитику по Алибабе. Потому что, ну, вы же понимаете, ключ может быть там какой-нибудь красный мяч, а этот красный мяч там куча всякой ерунды может подтянуться из-за конечно, Алибабы. Тем более он кусками дергает. Да? Ну, в любом случае, туда смысла об этом говорить нет. Мы считаем просто... Насколько я знаю, они вроде даже торгуют на Амазоне, но они делают именно так, как им удобно, не советуюсь. Ну, советуюсь, наверное, с кем-то, я не знаю. То есть я и не понимаю эту программу. То есть там есть мне зачем программа, та, которая много функций, которые не работают. То есть это просто нагромождение лишнего. Я бы лучше взял бы 2-3 фишки, которые классно работают, и максимально их упростил. То есть нужен результат. Нажал на кнопку, получил результат. Вот как сонар. Забили там осин. Он там тебе влетает кейворды. Забил там, я не знаю, там, кейворд, получил там аналогичные кейворды. Ну и так далее. Ну, не знаю. То есть у каждого свой подход, потому что надо просто ориентироваться в первую очередь не на себя, а на тех людей, для которых ты планируешь этот инструмент. Многим пользуются, многим нравится, наверное. Но мне кажется, он на подъеме был как раз вот сентябрь, октябрь. То есть, может, там в августе тогда прям интересно было, круто. А сейчас, когда разобрались в буржуйских программах, и они, в принципе, там что-то изменили, улучшили. И как-то вроде и не актуально. Народ уже готов деньги платить за качественный продукт. Смысл вот такой. Вопрос в том, что Amazon все меняет, и неизвестно, работают ли эти сервисы. Работает ли это Amazon? То есть, учитывают ли разработчики все вот эти изменения Amazon, изменения вот этих PSR, например. А бесплатно тянуть это бесконечно нельзя. У нас народ норовится на халяву. Люди-то работают. Им тоже надо зарабатывать. А уже взял платный. Он уже платный уже стал? Платный, ну. Да, уже платный. Ну вот я говорю, для тех, кто еще давно зарегистрировался, он был бесплатный, а сейчас уже все, как бы, уже платный. Все сервисы, там, за доп. Функции всякие, аналитику расширенную, там уже ты платишь. Ну, я говорю, я уже давно как бы это оставил, то есть остыл. То есть это где-то сентябрь месяц, потом мне как-то уже стало неинтересно. Дальше двигаться стали просто. Вот, и, как правило, один сервис не может закрыть все ниши вообще. Нажал на кнопку и все. Ну, приходится работать. 100%. Если вы такие комбайны находите, ну, скорее всего, где-то будет косяк какой-то. То есть, ну, программисты, в принципе, если это должна быть большая, огромная команда, которая реально специалисты во всех сферах, вот, тогда они более-менее могут что-то создать. Если это, как правило, они начали с какого-то одного сервиса, а потом просто начали копировать из других и туда приклеивать эти дополнительные функции, вот как в этом Франкенштейне, да? Вот классный сервис, все. Ну, добавили вот эти тренды. Ну, зачем? Не могу понять. Ну, надо было что-то добавить. Если бы они бы тренды в Amazon добавили, а не Google, добавляют тренды это, и все. Да, это, в принципе, наверное, вот как мы товар выбираем, выбрали товар и думаем, что же нам к нему присобачить? Давайте к нему книжку присобачим. Вот лучше диск. Давайте к нему, к этому товару там добавить подарок, какую-нибудь ненужную фигню, которая и нам не нужна, и покупателю не нужна, но присобачили. То есть как бы, вот так и они тоже, надо что-то креативить, надо чем-то улучшить. Количество, чем-то количество. Других сервисов. Количество. Да, количество функций. А вот эти функции зачастую бесполезны. Это все так делают, производители техники. Производят, например, 3D-телевизоры. И в ней 10 там, дополнительных функций, а пользуемся мы двумя. Так, давайте. Вопросы, есть вопросы. Функции, есть функции такие для галочки. Вот я поэтому не очень люблю такие комбайны многофункциональные, которые половина для галочки. И платить за это не хочется. Так, что-то вопросов нет совсем. Давайте 5 минут и по домам. Такая живая тема была, кейворды, столько было вопросов. А никто уже не интересуется, все хорошо и там. Ну да, все знают, наверное.
Все кейсинги оптимизированы. Ранжируются. Все в топах. Все в топах. Мы топы. Да, все в топах, да. Ну что, еще пару минут и закругляемся. Так, кстати, еще был вопросик, который кто-то писал еще к прошлому вебинару. Что делать, если вот все сделал, лист оптимизировал, ключи оптимизировал, все классно, все это, а не растешь, вообще не поднимаешься и продаж нет. Если ты считаешь, что все сделал, все классно, все красиво, но если нет товара. Ну, это, кстати, я не удивлюсь. Если, ну, то есть, наверное, не может такого быть, чтобы ты был уверен, что у тебя все классно, что все оптимизировано. Да, со стороны надо, чтобы оценка была. Где-то есть косяк, да. Вот, то есть, как минимум, посоветоваться с специалистами показать, чтобы, ну, свежим взглядом посмотрели, например, действительно ли у тебя листинг оптимизирован. Ну, на самом деле, на самом деле. А если действительно все хорошо и все классно, как бы, ну, блин, все, значит, у меня и товар. То есть, с этим товаром не повезло. Нет, здесь еще такое. Смотри, момент такой, что в любом случае, помимо всего прочего, тактик-то много разных, одинаковых и правильных. Одному товару одна подходит тактика, а другому другая. Нельзя на одной тактике говорить, что она классная. Если нет продаж, значит не классно. Вот и все. Да, да, но надо просто понимать, в чем. Или это ниша неконкурентная, и там в принципе продаж нету вообще, денег нету, да, мы ошибочно туда зашли, вот, и нам мы пытаемся эти копейки эти выцегонить, да, отобрать у конкурентов. Второй момент, может быть, например, так, что тут? Потолок, как потолок? Потолок по конкурентам, смотрите, вот и весь потолок. Ну да, если уже висишь, например, на первом месте. Да, если ты там по большинству ключей на первом месте, и все равно продаж нету, значит, такая ниша слабенькая, значит, там, в принципе, продаж нету. Значит, ошибаются эти сервисы, которые показывают продажи, вот и все. Амзывал, кстати, неплохо, если в ней разобраться. Вот это ключевое слово, если в ней разобраться. Да, второй момент, вот смотри, вопрос. Почему вы удаляли киводы из двух слов? Потому что я использую фразы без запятых. То есть, соответственно, есть фраза, например, из трех слов. Соответственно, эта фраза из трех слов уже содержит фразу из двух слов. То есть, соответственно, мне не надо писать фразу из двух слов, а потом фразу из трех слов. Если эта фраза из двух слов содержится во фразе из трех слов. Понятно? То есть, так как пробелы у меня, я не использую запятых, я эти фразы между собой не разделяю. Для Амазона это как одна большая длинная фраза, в которой есть одно слово, есть два слова и есть фраза из трех слов. А фраза из двух слов даже две получается. А еще хотел добавить. Большой красный мяч, да? Большой красный мяч. Красный мяч, нам нет смысла повторять еще раз, если у нас уже написано большой красный мяч. Потому что для Амазона это большой красный в отдельности и мяч в отдельности и красный мяч. Вот столько много фраз. Если бы я их запятыми разделил, да, он бы, возможно, бы не понял бы. Так, еще поэтому хотел добавить, Денис. Здесь помимо всего вот этой вот длинной фразы, которая может состоять из одной, из двух двойной одинарной фразы и так далее, есть еще момент зеркальных фраз. Красный мяч, мяч красный. Я тоже удаляю, беспонтово. Но если множественное число, я оставляю. Да. Множественные ошибки. Да, да. Но это, короче, это другое слово вообще. Да, да. То есть, если оно отличается хоть одной буквой, хоть там, то я использую тоже. Иногда бывают ошибки, очень даже неплохо продают. Да, согласен. Дальше у нас. Может человек видеокассетами чистыми торгует? Не понял я вопрос, повторите еще раз. Вы то ли утверждаете, то ли спрашиваете, не пойму. Может, на нашу шутку, может быть, человек парировал. Типа, что почему товар не продается? То есть, человек все оптимизировал, все классно, все красиво. Понял. Он говорит, что может видеокассеты не чистые. Ну да, не может уже не тему. Товар классный, хороший, все. Но, к сожалению, не востребован. Так, давай следующий читай вопрос. Так, может ли Amazon как-то ограничить искусственно в некоторой нише по некоторым ключевым словам? Ну, например, есть 300 товаров по ключевому слову, индексация. Есть, проверяющий, а самого товара нет ни в каком месте. Как это узнать? Ну, это как, наверное, Лосевич косой этот суперключ искал. Когда запятыми выделил, он появился. Наверное, из этой серии. Как так, я понимаю. Например, название бренда совпадает с ключевым словом. Сам Amazon сильно торгует. При этом часть других товаров... Папа, да. Сейчас я иду. Я иду. Так, товары слежу. Блин, Дима Деваль. Как-нибудь там запятыми выделяя или что, я, честно, блин, не могу уловить смысл. Как я пишу?
Пример, название бренда совпадает с ключевым словом. Сам Amazon сильно торгует 80% больше. При этом часть других товаров содержит это слово ключевых и нормально будет есть. А, я понял. То есть, например, там типа там какой-нибудь iPhone, да, фон, ну, фон, типа телефон. То есть, к примеру, то есть сам ключ, он в принципе как слово, ну, как бренд. Ну, просто, если это будет, допустим, я знаю, что некоторые люди делают, например, бренд, к примеру, состоит там из двух там слов, к примеру, какой-нибудь там толстый папа, да, например, какой-нибудь бренд есть такой, к примеру. И вот если ты напишешь по отдельности там толстый папа, эти слова, то в принципе, да, возможно, ты будешь ранжироваться, и тебя, возможно, будут показывать с этим брендом. Но в принципе, нарушений нету, как бы... Но если спереди напишешь, как у толстого папы, то может быть проблема, да? Ну, типа того, да. Когда как ты... iPhone, допустим, как некоторые, например, пишут там, чехол для iPhone 6. То есть, в принципе, как бы ты же имеешь право это использовать, ну, он же для iPhone 6. А некоторых блокируют за это. А некоторые, вот сегодня я смотрел, написали в чате поддержки, что можно. А как ты, вот, в принципе, напишешь, что это чехол для iPhone 6? Есть, ну, не знаю, я не понимаю. IPhone, ну реально банят. У меня знакомые банили, обращались, банили, не знаю, что делать. Я думаю, что может банить, знаешь, как у меня. Листинг, например, блокировали. Наверное, робот просто срабатывает. Вот у него прописаны некоторые бренды, например, на которые у него сразу срабатывает блок. И он, например, берет и находит такие слова. Я понял. Листинг, понял. Которым эти бренды не которые. А не где эти роботы, как думаешь, в кейвордах или прям в листинге? В кейвордах. Кейвордах, да? В кейвордах, потому что у меня было... А если в листинге написано? Спарсил, я через Asin Inspector спарсил ключи и тупо их вставил. И потом раз, и у меня вот буквально там полчаса назад поменял листинг, и у меня бах, листинг inactive, типа неактивный, да, и оранжевый треугольничек, alert, типа. Mm-hmm. Какая-то проблема с листингом. Я, короче, пишу в саппорт, он говорит, там, попробуйте перезапустить, попробуйте там заново листинг типа включить, активировать. У меня нет такой функции. Потом попробуйте там типа поменять что-нибудь в листинге, там дату поставить продажи заново, опять запустить. Он запускается, у меня листинг, все окей, вроде бы. 15 минут и бах, опять вылетает. Опять неактивный. Я пишу опять саппорт, саппорт говорит, типа, блин, у вас все нормально, все должно работать, типа, ну попробуйте еще раз перезапускаю опять. Тут до меня доходит, что я недавно делал, какие изменения. Я думаю, внес ключи, кейворды, посмотрю, что там. Я смотрю, а там бренды моих конкурентов попадаются. И причем пару были таких, ну, сильных брендов, которые, ну, типа вот Nike, там, например, да, или там iPhone, ну, этот Apple, например, то есть такие, ну, именитые бренды. И, скорее всего, что робот вот этот сработал на вот эти бренды и просто мой листинг деактивировал. То есть, а дальше, типа, уже если ты сможешь объяснить Amazon, что это так и должно быть, то не вопрос, тебя разблокируют, и, скорее всего, вот этот фильтр уже, ну, тебя трогать не будет. Но на всякий случай оно, наверное, автоматом срабатывает. Потому что поддержка мне так и не ответила, что у меня проблема с этими брендами. Потому что они-то и не видят этого. Это автоматом блокируется. Вот. И они даже не знают, там индусово понятия не имеют. Он зашел, ну, листинг, все нормально, фотки красивые. А, доколупался до моих фоток. Говорит, у вас фотки, говорит, неправильные. Я говорю, что значит неправильные? Говорит, у вас фотки не на белом фоне. У меня три первых фотки на белом фоне. Хотя, ну, по правилам одна хотя бы должна быть. Я говорю, вот смотри, в правилах написано, кидаю ссылку ему на правила, говорю, в правилах написано, одна первая фотка должна быть на белом фоне, остальные как угодно. Соответственно, да, извините, соли там все. Типа, а, вот есть вопрос, мне кажется, что самая достоверная информация о ключах может быть получена из поисковой строки Amazon. То есть берешь и тупо их перебираешь, да, ручками, а чтобы ранжировать, да, полученные ключи, по каждому ключу находишь средний арифметический БСР первых трех товаров выдачи, затем сортируешь его все по возрастанию в Excel, чем ниже средний арифметик, тем более ценен домашний данный ключ, что думаете? Ну, смысл такой, что, во-первых, у меня такая ситуация была, я это все делаю, видос есть на канале по серферму. Короче, раз в месяц, как минимум, проверяйте, все эти ключи меняются, как минимум, а то и раз в две недели, а то и раньше, потому что у меня куча ключей, ключевых фраз, которые показывала поисковая строка Амазона, они улетели, или там вернулись, или пришли, или вернулись, или пришли. Так что они то ранжируют нас, и через Asin я их пробивал, то не ранжируют, то они являются выдачей. То есть, например, там, я как точно помню, просто то голубой цвет моего товара ранжировался, Amazon мне показывал, то красный. А когда я забивал вот этот голубой, у меня стал красный, перестал, например, Asin пробивать. Так что
Все постоянно меняется, ничего стабильного постоянно нет. Я помимо глобальных вот этих 2000 символов, 5000 символов, есть просто вот такие вот элементарные вещи. То есть у Амазона запросы эти постоянно меняются. То есть сегодня 100 человек захотели красный, а они красный получили, а синий ушел в никуда. Вот и все. Так что ничего нет такого очевидного, однозначного. Ну, метод, вот что описал Константин, да, ну, в принципе, интересный, можно использовать. Ну, в любом случае, поисковая строка Amazon, да, это индикатор. То есть Amazon тоже, как бы, ну, не просто так предлагает. Ну, скороспелый. Мы не знаем, сколько он скороспелый. Он же хочет реально, как бы, ну, продавать больше, чтобы. Поэтому, но опять же, ему тоже нет смысла продавать одни и те же товары постоянно. То есть он все равно какой-то, ну, генерирует каким-то образом. Да не, ну запросы разные это... приходят. Запросы разные, он, соответственно, их выдачу вверх и поднимает. Да. Ну, я думаю, все на сегодня. Полтора часа отработали. Да. Вот, так что... Если какие-то вопросы в группе пишите, задавайте по обучению какие-то вопросы. То есть, пожалуйста, там да. Шапки сюда. Есть видос какой-нибудь или там новость. Да, хочу что-то новое видео перепишу по обучению, потому что там некоторые изменения идут. Изменения, связанные с Facebook-группой закрыты, изменения, связанные с YouTube-каналом. Специальным под эту группу, и изменения, связанные со скайп-чатом отдельным. Так что, если какие будут интересные вопросы, задавайте, мы на связи. Всем удачи, всем пока. Все, пока.